Актуально на Шадр Инфо. В течение праздничного дня 22 августа у нас мероприятия пройдут на центральной площади имени Сдобного, на центральной эстраде, в сквере Победы силами Центра русской народной культуры «ЛАД», в городском саду имени Кельдюшева с 10 утра и до практически 22 часов. Здесь, в центре города, у нас центральная эстрада праздника начнет свою работу в 12 часов. Начнет работу детской программы концертно-развлекательной, в которой будут участвовать творческие коллективы Дворца культуры. После чего здесь будет у нас встреча молодоженов традиционная, где будут участвовать 9 новоиспеченных пар. И здесь же мы вручаем медали, общественные медали за любовь и верность. 6 пар здесь будут присутствовать у нас. И свадебный кортеж проследует в сторону улицы Володарского. И в 3 часа дня, в 15.00, здесь начнет свою работу концертно-развлекательная программа Центра досуга и кино «Октябрь». В течение 2 часов творческие коллективы и солисты «Октября» будут здесь музицировать на центральной эстраде праздника. А в 17 часов здесь работает у нас на центральной эстраде праздника Центр хореографического искусства «Береника» совместно с Народным хором русской песни «ЛАД», другими творческими коллективами. И, наконец, в 18 часов начинается самая доминантная часть праздника, то есть торжественное чествование новоиспеченных почетных граждан города. Здесь будут вручаться знаки за заслуги перед городом, почетные грамоты главы города, благодарственные письма, именные молодежные премии, почетные грамоты городской думы с денежным содержанием. И здесь мы ждем гостей из Кургана. Все пока под вопросом. И с 19 часов, ориентировочно с 19 часов, по окончании официальной части праздника, здесь начинаются концертные миксы с участием творческих коллективов Дворца культуры, коллектива из Верхней Пышмы «Верные сердца». Это достаточно известный коллектив УГМК. Здесь же у нас будут работать солист вокально-инструментального ансамбля Александр Дроздов со шлягерами 70-х-80-х годов. Здесь будет команда из музыкального центра Вячеслава Добрынина выступать, доктор шлягер, ориентировочно с 21 часа. И здесь же у нас принимают участие на центральной эстраде в этом вечернем миксе Ольга Бережная, это золотая скрипка Южного Урала, Челябинск. И завершится у нас праздник, все именины города завершатся праздничным фейерверком в 22:30. Если начинать поэтапно, значит, у нас 3-4 ярких момента должно быть в празднике, где будут присутствовать официальные гости праздника. Это 12 часов дня открытия уголка белорусской дружбы в Центре русской народной культуры «ЛАД». Это презентация этого уголка с участием ансамбля «Журавочка» из Кургана будет проходить в сквере Победы в 12 часов дня. Там уфимцев Владимир Дмитриевич, председатель Ассамблеи народов Зауреля, принимает участие со своими коллегами. В 2 часа дня, я уже сказал, это прием, так сказать, встреча молодоженов. В 4 часа дня у нас торжественная закладка капсулы на территории физкультурно-оздоровительного комплекса по улице автомобилистов, где у нас тоже будет представительство достаточно расширенное. Спортивная общественность примет участие в этом мероприятии. И, как я уже сказал, в 18 часов четвертая доминанта праздника – это торжественная часть. Всего у нас здесь в празднике «День города» будет участвовать более 600 артистов. Как мы посчитали, это и самодеятельные артисты, и профессиональные артисты, это и мастера декоративно-прикладного творчества. Это те, которые не поедут на День города в Курган. То есть это и Долматово, и Катайск, и Каргополе, кто сочтет необходимым поработать в городе мастеров с 11 часов дня до 16 часов в сквере Победы. Вот. Всего 40 концертно-развлекательных, выставочных программ. У нас будет работать целиком и полностью музей краеведческий. Здесь будут и креативные выставочные программы художников, наших фотографов, будут презентованы новые выставки, старые показаны. Здесь возле музея пройдет
15 часов до 18 часов концерт творческих коллективов Дворца культуры, то есть на улице, на прилегающей территории музея. И в Центральной библиотеке имени Зырянова, у Центральной библиотеки имени Зырянова и внутри здания библиотеки пройдет фестиваль Шадринской книги с участием наших местных писателей, поэтов, краеведов.